Всем привет, меня зовут Евгений. Меня зовут Алексей. Сегодня будут занятия «Как развить феноменальную память». Но это будет не лекция, это будет практическое занятие, потому что мы с вами будем активно общаться, вы будете делать тест, и в конце занятия ваша память немножко сегодня улучшится. И сегодня вы узнаете много нового и интересного. Все вы, наверное, видели необычные фильмы про разведчиков, про супергероев, которые там ходят по улице, там что-то видят, запоминают, что-то делают, потом быстро вспоминают. Кажется вообще невероятно, то есть там номера машин проехавшие, в чем человек одет. В принципе, это возможно и возможно для каждого человека. И если вы захотите, вы этому научитесь буквально скоро. Ну, для начала нам хотелось бы узнать, для чего вам нужно развивать вашу память. И вообще, что вы ожидаете от сегодняшнего мастер-класса? Какие у вас варианты? Почему вы сюда пришли? Да, я слышу. Ну, у меня, в принципе, плохая память. Информацию новую узнаю, старую забываю. И научиться методикам. Как вы это использовать хотите, вот если у вас хорошая память? Ну, я как бы архитектор, мне нужно много чего запоминать, как минимум. И, то есть, это будет мне полезно в дальнейшей жизни. У кого еще какие есть пожелания? По работе планы на следующей неделе, расписывать, что нужно сделать в четверг с ежедневником, что сделать в пятницу. Как-то, если память была бы хорошая, облегчить бы эту задачу. А кто учится, хотел бы лучше запоминать в школе, в институте? Я. Хотелось бы не просто заучивать то, что дается, а именно как бы прочитал и вроде бы все знаешь, а не сидеть по 10 раз перечитывать одно и то же. Считается, что человек умный тогда, не тогда, когда он просто начитанный, а тогда, когда у него вся информация находится непосредственно в мозге, когда он может апеллировать ту информацию, которая у него. Хорошим юристом даже считается тот, не тот, который знает, где какой закон найти, а у которого они в голове все. И он сразу в голове раз-раз-раз, ага, выбрал нужный, здесь туда, и тогда он работает быстрее всех. То есть наша жизнь – это работа на опережение. Мы побеждаем тогда, когда мы идем на шаг впереди. А на шаг впереди мы идем, если у нас больше информации. Да, в школе обычно не рассказывают, как запоминать, а в школе обычно говорят в институте, что нужно выучить с этого параграф по этот, а как запоминать никто не говорит. Мы вам расскажем, как правильно нужно именно запоминать. И для начала мы хотели бы с вами провести тест. Мы хотим узнать, какая у вас память прямо сейчас, потому что ваша память улучшится. И я каждому из вас раздам такой тестик. Да, мы расскажем, что делать, пока на него не подсматриваете, хорошо? Я вам раздам, вы так переверните и не смотрите на него. Первый тест довольно простой, там будут два задания. В первом задании вам нужно будет запомнить 20 слов русского языка. Все слова вы знаете, все слова простые, легкие. И вам нужно будет запомнить в том порядке, в котором они расположены. И на это у вас будет только 2 минуты времени. Так, закончили. Тест перевернули и пишем те слова, которые запомнили, желательно в том же порядке, в котором они были написаны. В среднем люди пишут этот тест где-то в районе 12 баллов. То есть плюс-минус 2-3 балла считается нормально. Это были слова. Слова, в принципе, все знают, как запоминать. Но, как правило, в нашей обычной жизни встречаются не только слова, а еще цифры. И сейчас мы попробуем протестировать, как вы запоминаете самые обыкновенные двузначные цифры. Задание точно такое же. Нужно запомнить 20 двузначных чисел за 2 минуты. Если готовы, начинаем запоминать. Закончили. Теперь попытаемся вспомнить в той очередности, в которой они были записаны. Еще иногда, знаете, в таких случаях дают отвлекающие упражнения наподобие там 7 плюс 2 умноженное на 4. Вот можно таких 2-3 примера решить. Вы пишите, специально вас отвлекаем. Чтобы цифры были еще более веселыми. Так, ну хорошо, вы узнали, какая память у вас, протестировали себя. И теперь мы хотели бы тоже вам позапоминать кое-что, показать, какие возможности памяти есть, и показать, к чему можно стремиться, и что вы будете тоже уметь делать. И сейчас мы покажем некоторые вещи, которые люди обычно не делают. Например, мы с Женей знаем календарь на 500 лет.
вы нам можете назвать любую дату, мы назовем день недели. У кого из вас есть в телефоне, может быть, календарик, можете проверить, открыть любую дату. Да, или мы можем раздать наши календари. Вы назовете любую дату, а мы попробуем назвать вам какой-то день недели. Каждый календарь — это календарь на столе. Выбирайте себе любой. Дай маркер. И по очереди можете мысли кадать. А тебе любую дату? День рождения когда было? 8 мая. 92-й. 8 мая. 1992 год. Да. Откройте у кого этот год, посмотрите, 28 мая, какой день недели. Ну, я вот так знаю. Ну, ты знаешь, да. Остальные просто уже посмотрят, а мы сейчас постараемся вспомнить. Я думаю, что это была пятница от вас. Правильно? Да. Пятница? Давайте еще с другого календаря, с вашего календаря. 1622 год, 18 августа. Так, 18 августа, 1622 год. Четверг. Год, 8 декабря. Сейчас проверим. Да. Правильно? Так, как ваш вариант? 2014 год, 8 декабря. Понедельник. Да, проверьте, пожалуйста. Да, я помню, это мой день рождения. Правильно? Давайте со второго ряда. 3 июля 1854 года. 1854, да? А понедельник? Да. Да, понедельник. И последняя дата. У вас последняя дата какая-нибудь? Можно 1901 декабрь, 13-е. Это были возможности долгосрочной памяти, это та информация, которая запоминается заранее, и та, которая держится у вас ровно столько, сколько вы хотите. Вы сами управляете, сколько вам помнить и чего. А еще бывает краткосрочная память, которая запоминается быстро, мгновенно, и обычно считается, что люди не могут запомнить однотипную информацию, такую как нолики, единички, монетки, орел, решка и тому подобные вещи. Да? То есть, если их больше 7, то сознание уже не работает, и удержать их невозможно. Мы сейчас вам попробуем продемонстрировать, что, наверное, нолики и единички. Да, давай. Диктуйте по очереди 1-0-1-0-1-0. Женя записывает в любом порядке, а потом я отвернусь, потом повернусь и постараюсь запомнить за минимальное время. Договорились. Чтобы Леша не знал, как я буду записывать, я буду писать там с середины ряда, с конца, ну, чтобы не было возможности ему запомнить, пока вы диктуете. Один. Ноль. Один. Один. Так, поворачиваться? Пусть немножко тоже запоминаю. А у кого-то есть секундомер засечь, насколько я запомню? На телефоне есть. На телефоне. Вы пока запоминайте, мы будем проверять, это тоже задание. Это задание на краткосрочную память и на однотипную информацию. То, что иногда все-таки в жизни встречается нам. Секундомер готов? Сейчас. Да. Все, поворачивайся. Сколько? 10.76. Сейчас попробуем воспроизвести. Значит, вы еще запомнили, нет? Нет. Вы еще напоминаете. Сейчас попробуем попросить Алексея, чтобы он нам их воспроизвел. Итак, первая строчка. 1-0-0-0-1-1. 0-1-1. 0-0-1. 0-0-1-1-0-1. 0-1-1-1-0-1. Четвертая строка была.
И последнее 0100001. За 10 секунд 30 чисел, получается 3 числа в секунду. Вот. Все это возможно. Просто нужно немножко развивать память и знать всякие разные секреты. А кто успел за это время там запомнить все или половину? Не успели? Не было цели. В чем проблема была? Я подумал просто, я пытался искать закономерность, чтобы легче было запомнить какую-то, вот, допустим, единицу и все нули снизу. Дальше вот потерялся с этим. То есть в виде матрицы как-то, потом, да? Смотрел, да, как-то 3 единицы, 3 нуля. Дальше на последних двух, то есть оно тоже терялось. Ну, сколько удалось максимум запомнить? Три строчки. Две строчки, да? Ну, у вас было время немножко больше, чем у меня. Немножко. Раз в 10, наверное. Кроме того, вы сами диктовали, сами могли запоминать в это время. Так, сейчас, собственно, начнем обучение. И у вас на тесте были слова. И на самом деле слова – это минимальная единица для запоминания. Потому что наша цель – научить вас запоминать тексты. Но не сегодня, конечно, а вообще цель любого человека, который занимается развитием памяти – это запоминать сложную информацию, в основном тексты, потому что в школе нужны тексты, в институте нужны тексты. Но тексты состоят из абзацев, абзацы из предложений, предложений из слов. Поэтому сегодняшняя наша цель – научить вас запоминать просто обыкновенные слова в том порядке, в котором они расположены. И сейчас будет первое упражнение для вас. Кстати, можете записать сразу принципы хорошей памяти. По ходу занятия мы будем вам их давать, эти принципы. Желательно записывать их в блокноте, чтобы они не потерялись. Сейчас мы будем учиться скреплять два предмета между собой. Вот, например, если вы посмотрите на картинку, у нас есть пицца и ножницы. Мы сейчас попробуем их скрепить, так как сложено на картинке. В своем воображении, если нужно скрепить два предмета, мы между ними проводим какое-то действие. Например, мы ножницами разрезаем пиццу. И запишите первый принцип хорошей памяти – это использование всех уронов чувств. И какие уроны чувств у нас есть, помните? Угу. Зрение, слух, обоняние, вкус. И слух. Да? Осязание. Осязание. И желательно при запоминании использовать все эти уровни чувств. Вот дети, они интуитивно все это используют. Если маленький ребенок возьмет любой предмет в руки, он что с ним сделает? Посмотрит на него. Да? Постучит обязательно, чтобы услышать. Разберет его. Ну, естественно, попытается его съесть. Если ребенок использует все органы чувств. Взрослые про это уже забыли, нужно вспоминать. И самое главное – использовать зрение. Не обязательно использовать обоняние и вкус. Главное использовать зрение, осязание и слух. И самый сильный орган чувств – это зрение. Скорее всего, слышали пословицу «лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать». Поэтому на примере этой картиночки, как использовать органы чувств, можно представить, как будто мы эту пиццу, ну, мы сейчас ее видим, да? Но если бы мы ее не видели, нужно было бы ярко представить ее, попробовать на вкус, на запах, а также попробовать ее руками, какая она тяжелая, не тяжелая. Может быть, даже услышать, когда разрезаешь пиццу, какой-то хруст приятный, да, запах, когда вот разрезаешь пиццу. Вот. Максимально попытаться, вот как ребенок, пережить все эти ощущения при соприкосновении этих двух предметов. То, что мы говорили с вами о пицце, еще второй хороший принцип – это движение. То есть предметы лучше всего скреплять в движении. То есть если это ножницы, то они не просто лежат на пицце, а они ее разрезают. И еще очень важный принцип – это детализация. Записывайте. Движение, второй был принцип, третий – детализация. Желательно все предметы, которые вы запоминаете, видеть детально, четко, ярко. Чем более ярко вы представите в своем воображении предметы, либо информацию, которую вы запоминаете, тем она лучше запомнится. Слон и дерево. Третий признак, или четвертый уже у нас, это необычность. То есть редко, когда увидишь слона, залезающего на дерево, дерево под ним прогибается. То есть нужно задействовать здесь еще какие-то органы чувств, услышать треск дерева, может быть, запах слона, который испугался залазить на дерево, ну еще что-нибудь. А просто обычные вещи они не запоминаются. Обычно они изо дня в день происходят, а все, что необычно, оно всегда запомнится.
Третья связка слов – это стул и ноги. То есть мы себя в воображении представляем стул и каким-то образом скрепляем его с ногами. Как вариант, мы вам предлагаем ноги сделать вместо ножек стула и хорошо себе это детально представить в голове. Только эти слова не записывайте. Записывайте только принципы хорошей памяти. Мы потом будем вас проверять, как вы запомнили. Я вижу, некоторые пишут. Следующая картиночка – остановка и качели. Тоже необычная картинка. Представляем, как будто качели висят на остановке. И не просто висят, а давайте здесь наш секрет используем движение. То есть качели качаются на остановке. Мы детально просматриваем себе качели в своем воображении. Есть еще такой принцип, как изменение формы, цвета, количества и размеров. В данном случае мы скрепляем диван и яйцо. Здесь, как пример, мы можем себе представить диван, сложенный из лотков яиц. То есть здесь изменение количества. То есть мы берем не одно яйцо, а много их. Представьте, что будет с цветом, запахом и всем остальным, если сесть на такой красивый диван, сложенный из желтка, белка и скорлупы. Дальше следующие слова – чайник и пистолет. Теперь давайте попробуйте сами проговорить на основании того, что мы записали, как вы будете соединять эти два слова – пистолет и чайник. Как бы вы соединили? Какие варианты? Используя вот секреты хорошей памяти. Давайте, органы чувств, какие будут работать? Чайник горячий? Горячий. Mm-hmm. Осязание работает, да, мы трогаем. Чайник мы видим. Из чайника можно попить чай. Вкус работает. Можно услышать звук воды, которая в чайнике, если чайник покачать. Дальше пистолет. Пистолет стреляет. Тоже звук можно услышать. Угу. Нажать на спусковой крючок. Осязание работает. Это все должно происходить тоже в движении. Можно представить, как будто пистолет мы вставляем в чайник. Или из пистолета стреляем в чайник. Почему вставляем? Потому что записываем еще один секрет. Предметы должны находиться в одном непосредственном контакте. Uh-huh. То есть они должны друг с другом соприкасаться. То есть нельзя, чтобы между ними было какое-то расстояние. Они должны быть в общем контуре и либо проникать один в другой должны, либо как-то соприкасаться. Сейчас мы отрабатываем эти принципы на примере просто обыкновенных простых слов. Если вы это поймете на примере простых слов, то вы эти принципы можете перенести на любую информацию. И сложность информации не будет иметь никакого значения для вас. Это как дом строится по маленьким кирпичикам. Следующие слова – молоток и шнур электрический. Как бы вы соединили молоток и шнур? Проговаривайте вслух. Что мы хотим узнать, правильно ли вы делаете или нет. Если вы не будете проговаривать, мы не поймем. Молоток тяжелый. Молоток тяжелый, да. Может пахнуть деревом. Угу, хорошо. Как шнур соединяем с молотком? Шнур можно обмотать вокруг молотка, да? Да. Электрический молоток. Электрический молоток, хорошо. Еще варианты. Можем услышать стук, например. Стук молотка услышать, да. Хорошо. Можем кого-то заставить стучать молотком с помощью электричества. А где здесь будет контакт непосредственный? Удар. Смотрите, еще есть такое правило. Если мы скрепляем предметы, их все-таки должно быть два. Третий предмет мы пока не вставляем. То есть мы не кого-то заставляем, а мы создаем непосредственный контакт между молотком и шнуром в движении и в непосредственном соприкосновении. Подвесить на шнур молоток? Да, можно. Угу. Обязательно, чтобы было неразрывное вообще соединение? Почему? Потому что при вспоминании потом, как правило, один образ вспоминается, а потом за ним пустота и не видно. Что-то есть, вот что-то есть, вот кажется, вот что-то вижу, а что не видно. А когда один проникает в другой, создаются более прочные связи в мозгу. То есть между нейронами создается больше связей, и тогда легче вспомнить. Следующая картиночка – свечка и пенек. А можно представить свечку, которая расположена на пеньке, и она сгорает, и парафин стекает по свечке. Естественно, мы это все видим, это все слышим, чувствуем. По свечке, еще да. По запах, да, чувствуем. Огонь горячий, да, чувствуем. А как бы вы скрепили, допустим, змею и дом? Змея находится в доме. Да, вокруг дома.
вокруг дома. Хорошо. Еще, знаете, запишите еще один принцип. При скреплении предметов они должны быть примерно одинакового размера. То есть, допустим, если мы скрепляем змею и дом, то змея должна вырасти до размеров дома, а дом уменьшится до размеров змеи. В идеале при скреплении представлять предметы, скажем, ну, в метре где-то от себя, перед собой. Ну, каждый из них должен быть где-то как арбуз, может быть, вот что-то такое. И даже если это маленькая скрепочка и слон, то они должны быть одинаковыми. Так, давайте попробуем. Так вот как вариант змея обвивает дом. Вот о котором говорили. Хорошо, если это все происходит в движении, да? Когда змея обвивает дом, слышно, наверное, треск этого дома, может быть, змея шипит. То есть какой-то звук издается, еще что-то. Ну, то есть максимум столько, сколько вы можете задействовать органов чувств, попытайтесь сейчас их задействовать. И нож и расческа. В данном случае расческа находится на части ножа. И мы можем ножом, как расческой, расчесывать волосы, еще что-то делать. То есть для чего мы скрепляем предметы, как вы думаете? В одной картинке видеть два предмета? Ассоциации какие-то появляются. Хорошо. Когда вспоминаешь один из них. Да, память работает по принципу стимул и реакция. Вот первая картиночка будет стимулом, а сразу должна быть реакция, вы вспомните вторую картиночку. Например, если я вам назову слово, которое вы только что видели, например, остановка. У вас должна быть реакция, вы сразу видите качели, да? Если я назову молоток, какая будет реакция? Ослон. Дерево. Хорошо. А нож? Хорошо. В принципе. Да, и теперь давайте, ваша будет задача такая. Я вам диктую две пары слов. Вернее, по два слова будет 10 пар. Ваша задача — используя те принципы, которые вы знаете, соединить слова. Только каждый делает это уже самостоятельно. После этого я назову вам первое слово, а вы должны будете вспомнить второе. Ничего не записываем. Да, ручки отложили, листики отложили. Итак, слова будут такие. Теперь мы только запоминаем. Да. Давайте сначала сделаем вместе, чтобы вы поняли, как делать, а дальше самостоятельно. Первая пара слов — пистолет, зеркало. То есть мы соединяем пистолет и зеркало, из пистолета стреляем в зеркало, да? Слышим звук разбивающегося стекла, стекло острое, пистолет стреляет громко, мы запах пороха чувствуем. Да. Так, дальше я диктую просто пары слов, а вы их запоминаете самостоятельно. На каждую пару слов у вас будет где-то секунд 7-10. Итак, вторая пара — копье, копыта. Предлагайте вариант. Вы уже умеете, секреты знаете. Бьем копьем в копыта. Хорошо. Или копытом. Книга, лопата. Варианты. Помните про необычность? Чем лучше вы сейчас сфантазируете, чем необычнее это будет, тем лучше оно запомнится. На книге нарисована лопата. Нарисовано нежелательно. Обычно хуже запоминается предмет, который выглядит в виде другого или нарисован на чем-то. Mm-hmm. То есть все предметы, которые мы соединяем, должны быть осязаемы, довольно-таки простыми и трехмерными. Mm-hmm. Сахар-колонна. Ну, сахарная колонна. А какие здесь органы чувств задействованы? Вкус. Вкус, хорошо. А движение? Рассыпающаяся колонна сахара. Ну, может быть. Или сахаром посыпают колонну, да. Она ссыпается, да. То есть и звук. И... Лампочка, одеяло. Светящееся одеяло. Светящееся нельзя. Помните, два предмета на расстоянии метра от нас, да, и они примерно одинакового размера. То есть, если светящееся одеяло, мы потом будем вспоминать, видеть только одеяло, и там может быть или лампочка, или фонарик, или спичка, или вообще непонятно чего. А у вас должны быть два предмета, вы должны вместе соединить. Не нужно делать один в виде другого. Потому что потом вспомнится только один предмет. А если воспринимать это как ты будь, ну, ты видишь свечение лампочки под одеялом, то есть визуализируешь сам по себе свечение. Сейчас это будет помниться. Через 10-15 минут это еще может помниться. Mm-hmm. А потом будет виден только один образ, тот, который был более ярким. Mm-hmm. Поэтому два образа должны быть равными, совершенно равными, чтобы один не перекрыл другой. Для чего вы скоро соответите нам с
сами. Тряпка, карман. Сложно, конечно. Небывалый случай. Бинокль, болото. Бинокль, болото? Бинокль, болото. Бинокль. Я вам немножко подскажу, чтобы легче было запоминать такие сложные слова, там, как болото или станция. Их нужно представить в виде какого-то простого предмета. Там, болото можно в виде лягушки, скажем, представить, либо какой-то там цветка на болоте, который вы просто увидите и вспомните, что это болото. Бык, цепь. Веревка, перо. Свинья, нога. Человеческая? Любая. Самое главное воспроизвести потом правильное слово. Так, теперь вам будет задача такая. Я диктую первое слово из пары, а вы записываете второе. Онлайн-зрители делают то же самое, записывают второе слово. Итак, первое слово было «пистолет». Копье. Книга. Сахар. Если не помните, ставите прочерк, чтобы вы знали, что в этом месте слово пропущено. Так, сахар, лампочка. Тряпка, бинокль, бык, веревка. Пишем только второе слово. Свинья. Так, посчитайте, у вас должно быть 10 слов. У кого 9? Все 10? Да. 9? А теперь попробуйте, глядя на эти слова, сейчас у себя воспроизвести второе слово, которое Алексей сейчас прочитал. Просто рядом написать? Рядом написать, да. В обратном порядке, чтобы не путать никого. Так, я читаю, вы проверяете. Пистолет, зеркало, копье, копыта, книга, лопата, сахар, колонна, лампочка, одеяло, тряпка, карман, бинокль, болото, бык, цепь, веревка, перо, свинья, нога. Все получилось? Угу. Легче запоминать так? Да. Обратили внимание, что большинство слов запомнилось? Намного больше, чем вы запоминали на тесте. Сейчас сделаем то же самое упражнение, но еще быстрее. И уже вслух никто ничего не проговаривает. Только сами. Только сами, самостоятельно запоминаете. Итак, журнал, замок. Земля, пробка. Сетка, оружие. Порошок, ирис. Нож и ложка. Петух и жир. Труба, коза, бензин, коса, шарик, облако, шапка и асфальт, теперь я говорю первое слово, вы записываете только второе. Итак, журнал. Земля. Сетка. Порошок. Нож. Петух, труба,
бензин, шарик и шапка. У кого 10 слов? Хорошо. 9 у кого? Вы молодцы. Почти все справились. Что, теперь попробуйте написать второе слово. Есть? Всех получилось? Молодцы. А давайте теперь подумаем, для чего это может быть нужно? Слова для чего нужно запоминать? Как бы вам это могло пригодиться? Mm-hmm. То есть ключевые слова какие-то, да? Или можно в магазин ходить за продуктами без списка. Mm-hmm. Хорошо. То есть можно так зацеплять их не только между двумя, а и больше, наверное, да? Да. Mm-hmm. Что еще? Изучать языки. Можно, там немножко есть другие способы. На самом деле, по поводу изучения языков тоже интересная тема. У нас ребята могут учить буквально за вечер до 100 новых иностранных слов, притом вводить их в активную память, то есть не переводя на русский язык. То есть слышать слово и, так как это должно быть правильно, видеть образ. То есть основная проблема, когда учатся студенты, они могут 2-3 года учить иностранный язык, но когда говорит носитель языка, они не успевают переводить. Это связано с тем, что они сначала переводят на свой язык, а потом пытаются понять. Пока они пытаются понять, иностранец уже говорит дальше. А правильно изучать иностранный язык, ну, есть методика интересная, так как это делают дети. То есть они слышат, что говорят, и сразу видят образ. То есть не нужно переводить на свой язык. Ну, это отдельная тема, в принципе, тоже интересная. Что касается списка покупок, либо чисел, сегодня мы попробуем вас научить еще кое-чему интересному, как лучше всего запоминать числа. Вы, наверное, уже все поняли, что легче всего у вас сейчас стала запоминаться та информация, которую вы себе сейчас представляли, да? Mm-hmm. То есть то, что вы видите, то можно запомнить. То, что вы не видите, запомнить, ну, невозможно. Потому что в основном человек мыслит образами в большинстве своих случаев. Именно поэтому цифры обычно запоминать тяжелее, чем какие-то предметы. Потому что числа для нас обычно ничего не обозначают, кроме как какие-то силуэты. Сегодня мы попробуем с вами научиться запоминать простейшие числа. Да, и напишите, пожалуйста, в столбик цифры от 1 до 10. И теперь давайте подумаем, на что похожа цифра 1. Цифра 1 может быть похожа на ручку, на карандаш, на столб. Да? На что еще может быть похоже? На нос. На кого? Нос. На нос? Хорошо, на нос. У всех будет сколько людей, столько будет разных ассоциаций. Давайте напишем все-таки ручка. Цифра 1 – ручка. Цифра 2 обычно у большинства людей ассоциируется с лебедем. Потому что у лебедя такая шея изогнутая, похожа на цифру 2. Еще двоечка похожа на шахматного коня. Но мы напишем просто лебедь. Цифра 3 похожа... Или, может быть, на чайку. Помните, знаете, как чайку рисуют вот такую загнутую? Может быть, на усы похоже кому-то. Ну, предлагаем чайку, допустим. 4. Перевернутый стул. То есть, когда вам говорят число 4, число 4, ну, вот мне очень похоже на стул, который перевернут просто в двухмерной модели. 5. Похоже на серп. На крючок. Но есть разные варианты. Давайте напишем серп. Если кому-то слово не подходит, вы можете выбрать любое другое слово, которое для вас лично похоже на 5, либо на любую другую цифру. Так, 6 на что похоже? Какие у вас варианты есть? На крючок. На кого? На крючок? Нет, мягкий знак. Мягкий знак. Знаки нельзя брать. Нужно брать предметы. Предметы, которые можно пощупать, потрогать. Крючок. Крючок. На замок похоже еще, на навесной, да? Большой такой амбарный с дужкой. Похоже? То есть, если замок немножко приоткрыт, да, остается небольшая щель, то как раз можно прорисовать по контуру. Давайте напишем 6 замок. 7 на что похоже? На косу. К-
Коса, топор, клюшка. Клюшка, да. Восьмерка. Какие бабочка. Варианты? Бабочка. Бабочка. Очки. 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 Гитара, может быть. Снеговик. Песочные часы. Часы, да. Ну, давайте. Выберите себе тот, который удобный. Ну, может, гитара. 9. Мне похожа девятка на ключик из мультика про Буратино. Помните? Вот такой вот ключик круглый. Такая палочка, и здесь вот такой замочек, да? Вот как раз вот девятка, да, получается? Отличный ключ. Такой старинный ключ. А еще вариант. Еще вишня с хвостиком. Может быть... Шарик на веревочке. Или крючок для полотенца, скажем так, вот закругленный с таким носиком. Занято. Про шестерка крючок? И десятка на два предмета, которые все время неразлучны между собой, например, чашка и ложка. Старая женатая пара. На десятку? Нет, ну это должно быть по контуру похоже. Допустим, та же ложка и тарелка, да. Или стрела и мишень. Кружочек. Бита, стрела, стрела одничка, мишень нолик. И теперь ваша задача быстренько, схематически нарисовать предметы так, чтобы они были похожи на цифры. Мы рисуем для того, чтобы вам это лучше запомнилось. Чтобы вы видели не просто цифру, а какой-то предмет, символизирующий теперь для вас эту цифру. То есть то, что вы сейчас запомните, желательно запомнить навсегда и больше не менять. Это нужно для того, чтобы вы потом не путались, и эти цифры для вас символизировали как раз те образы, чтобы вам легче было их воспринимать. И потом думать. Рисовать. На самом деле для запоминания цифр есть более продвинутая система. Ну, в рамках сегодняшнего занятия мы не успеем вас ее научить, но хотя бы вы научитесь сегодня этой системе довольно простенькой. Да, есть очень интересные системы, при которых люди запоминают несколько тысяч знаков числа π, притом за довольно короткий срок. И, скажем, даже наши ребята запоминают 100 чисел после 2 месяцев обучения спокойно. Да, за 10 минут. 10 минут 100 двузначных чисел. В правильном порядке. Недавно ученик 7 класса запомнил все исторические даты за один вечер, которые нужны были до конца года, используя систему, про которую мы говорим. Очень удобно готовиться к экзаменам. Как раз тот случай, когда наши студенты, как мы все, все делают в последний момент, завтра сдача, нужно знать, а времени нет. То есть садиться просто, даже та же таблица Менделеева учится за вечер. А был еще один такой студент, у которого были ответы на тесты, большая-большая табличка такая с ответами. Он к тестам не был готов, но он эту табличку буквально часа за полтора выучил. То есть он знал ответы, знал их досконально и выучил их почти сразу. Так, теперь листики переверните, я называю цифру, а вы вспоминаете слово. Пятерочка на что похоже? Проговаривайте вслух. На серп. Девятка. На выигрышный шарик. Угу. Тройка. Чайка. Четверка. На стул. Семерка. Клюшка. Два. Ну да, у всех разные. Два. Каждому свое, вы себе его просто оставьте, это только ваше. Шестерка. Замок. Замок, хорошо. Один. Ручка. Хорошо. А теперь, вы помните, как скреплять образы? Давайте попробуем сейчас сделать то же самое. Я вам прочитаю 10 слов, а вы попробуйте их сейчас скреплять с теми числами, точнее не с числами, а с образами чисел, которые вы уже знаете. Вот, например, если я скажу вам гусь, на число 1 нужно прикрепить. Что вы будете делать? Да, да, гусь с ручкой что-то пишет. Гусь с ручкой что-то. Или ручкой можно проткнуть гуся, чтобы он так аж... Да, вот таким образом. Давайте, число 2. Доктор. Вы скрепляете два образа, помните как? Лебедя и доктора. Ну, у кого лебедь, да, у кого-то конь, у кого-то лебедь. Лебедь заболел, попал к доктору. Угу. Или лебедь в белом халате, как доктор. Теперь сами, да? Три. Сейчас вспомнили все образ на число 3. И скрепили его с телевизором. Угу. Нет, ну, чайка сидит. Да, тут есть небольшая ошибка. Все-таки предметов должно быть два, и они оба должны быть осязаемы.
если показывают чайку по телевизору, потом можно вспомнить, что что-то показывают по телевизору, а что непонятно. Чайка несет телевизор. Да, классный образ. Особенно маленькая чайка, большой телевизор. Как раз есть необычный. Итак, печать. Давайте сами попробуем. Число 4. Вспомнили, на что похожа четверочка. И печать. Готово, да? 5. Вспомнили, у кого что пятерочка. Палатка. Так, номер 6. Театр. Шестерочка у нас. Замок. Угу. И театр. А театр закрыли на замок. Например. Ну, только помним, да, предметы должны быть примерно одинакового размера. А такой здоровенный замок всегда на театре. Такого же размера, как театр. 7. Глина. Посмотрели все на восьмерочку, на образ. Еще хорошо покрутить ее в своем воображении. Увеличить можно, немножко уменьшить, отодвинуть, приблизить. Очень хорошо развивает воображение. И на восьмерочку крепим шею. Может быть, лебедя или что-нибудь. Девять. Живот. А такие слова, как живот или шея, лучше себе представлять какие-то образы, может быть, животных или людей, у кого эти образы очень выдающиеся. То есть, если это шея, то это может быть жираф или лебедь, да? Если это живот, это может быть жаба с таким животом. Ну вот, что-то такое, что будет очень явно выдавать это слово. Так, 9 живот. 10. Ягода. Есть? Так, теперь давайте попробуем вспомнить под номерами те слова, которые мы запоминали. На карте запишите слова, которые вы запомнили. Цифру 1, угу. И слово 2, и слово. Давайте проверим, кто готов продиктовать. Давай. Единица, гусь. Да, все проверяйте. Двойка, доктор. Чайка, телевизор. Четверка, печать. Пятерка, живот. Шестерка, театр. Семерка, глина. Восьмерка, шея. Девятка, живот. Десятка, ягода. У всех получилось? Пятая. Живот, я там пятая. Точно, палатка немножко промахнулся. А что первое было? Наверное, с палаткой что-то было не то, да? Нет, написал палатка, прочитал, просто посмотрел не туда. Хорошо. Легко? Да. То есть, таким образом можно запоминать тот же самый список покупок под номерами. А, возможно, под каким-то номером можно присвоить, скажем, статьи законов или еще чего-то. Ну, сегодня это был очень упрощенный вариант. То есть мы идем от простого к сложному, и сегодня мы научились закладывать самые-самые первые кирпичики. Но уже видно, что наша память все-таки работает, если научиться ею управлять. Если знать какие-то секреты и немножко тренироваться, люди действительно способны творить чудеса. А просто у каждого из нас есть мозг, да? Но нет инструкции к этому мозгу. Так вот мы на наше занятие даем инструкцию к мозгу. Потому что у вас есть память, вы умеете запоминать, но многие запоминают просто неправильно. То есть у вас нет алгоритма действий, как правильно запоминать. То есть мы этому научим. А как вы думаете, во сколько улучшится ваша память, если вы будете запоминать не одним полушарием, а двумя, не только зубрежкой, но еще образным мышлением? Как вы думаете, во сколько ваша память улучшится? Как минимум 2. Какие варианты еще есть? Больше. Больше. По-любому больше, во сколько больше? 5. Это уже более правильный вариант, чем в 2. В 10. В 10. Тоже хороший вариант. Давайте я вам приведу такой пример. Ребята, на турнике подтягивайтесь. Раз 10 подтягивайтесь. No. Подтягивайтесь.
На двух руках, правильно? Да. А на одной руке сколько раз потянешься? Ну, скорее всего, не одного раза. Почему? Ну, порядка двух. Это не считается на одной руке. Нет, вот именно вот так, на одной руке чисто. Я могу поспорить, что не подтянешься. Ну, давайте спорить не будем. Mm-hmm. Точно так же попробуйте присесть. Да, присесть можно на двух ногах 50 раз, да. На одной ноге, ну, 5 – это самое-самое максимум, да. То есть два полушария, оно не просто вдвое увеличивает вашу способность к запоминанию, а во много-много раз. То есть таким образом, действительно говорят не зря, что возможности человеческого мозга пока не изучены. Это связано с тем, что в большей своей массе у людей профилирует левое полушарие, которое отвечает за логику. Есть люди творческие, у которых более рабочее правое полушарие. Но оптимальным вариантом считается синхронизация двух полушарий, когда они оба работают в максимальной продуктивности. Тогда это как раз именно это и называется вдохновение, именно это и называется состоянием повышенного творчества и так далее и тому подобное. То есть наша задача научиться работать не только одной рукой, а двумя, не только одной ногой, а двумя. То есть научиться просто работать и работать правильно, так как для этого создан наш организм. А нас часто спрашивают, а не закончится ли наша память, если мы будем много запоминать? То есть не закончится, не переживайте. Ваша память может вместить очень много информации. И даже есть такой эффект, чем больше вы знаете, тем легче вам запоминать новую информацию. Например, если вы выучили иностранный язык за 2 года, новый язык вы выучите за 1 год. Третий язык еще быстрее. То есть каждый следующий язык будет учиться примерно в 2 раза быстрее предыдущего. Правильно. У нас есть довольно интересный курс, недавно буквально его начали. Курс называется «Техника изучения иностранных языков». Курс 2-месячный, и на этом курсе мы развиваем память, но на примере иностранного языка. Вот за 2 месяца вы разовьете вашу память в несколько раз, и кроме этого вы учите на базовом уровне какой-то иностранный язык. Есть курс запоминания текстов, то есть большие-большие тексты, которые, в принципе, обычно точно так же не запоминаются. Мы будем учиться их запоминать правильно, будем учиться их пересказывать, будем учиться запоминать их, ну, практически дословно за короткий промежуток времени. И сейчас я предлагаю сделать то, что мы делали в начале занятия, вы делали тест. Мы расскажем вам, как нужно было правильно запоминать последовательность слов. И запишите способ запоминания последовательности слов. Способ называется цепочка. Цепочка. Это способ запоминания списка слов. Пока что это будет только список слов. В дальнейшем, кто станет заниматься, это будет список предложений, список абзацев и даже список текстов. Итак, по 2 слова соединять умеют все. Уже научились. Теперь давайте попробуем запомнить подряд 3 слова. Как мы это делаем? Сейчас Женя вам продиктует 1-2 слова. Вы их вместе соедините. И когда будет диктовать 3-е слово, вы 3-е слово прикрепите ко 2-му. 4-е к 3-му, 5-е к 4-му и так далее. И потом, перемещаясь по этой цепочке, вы будете вспоминать свои слова. То есть 1-е слово будет... Почему цепочка? Потому что одно звено скрепляется со 2-м. То есть вот, например, мы берем мыло и телефон. Мы скрепляем, берем, допустим, кусок мыла, да, и вкладываем в него телефон, да, делаем какие-то определенные действия, да. Или мыло моем телефон. Следующее слово будет, скажем, сок. Сок мы скрепляем уже со словом телефон, со 2-м словом. Мыло мы пока убираем, и на нашей внутренней картинке только телефон и сок. Скажем, пачка сока, и скрепляем их между собой. Как вы умеете? Так. Следующее слово будет горло. Горло мы будем с чем скреплять? Соком. Соком. Следующее слово бровь. Куда будем крепить бровь? Горло. Отличное горло получается. С бровями. Следующее слово – аэропорт. Целый аэропорт представлять не нужно. Что мы представим себе? Самолет, взлетная полоса.
И с чем скрепляем самолет? Бровью. Отлично. Ну, только мы крепим не бровь к самолету, а самолет к брови, для того, чтобы не нарушать цепочку, чтобы правильно последовательность слов потом вспомнить. Так, следующее слово – роза. Что с чем скрепляем? Самолетом роза. Угу, хорошо. Помним, что предметы примерно одинакового размера, да? Потому что если розу положить в самолет, вы ее там вряд ли найдете потом. В метре от себя, на нашем экране, размером там сантиметров 50-70. Не обязательно представлять это масштабно. Нет, нет, то это даже не нужно делать масштабно, да. А если я хочу представить масштабно, ну... Если сильно хочется, то можно. Нет, для яркости впечатления, но запомнится лучше или нет? Ну, лучше запомнится то, что если представлять себе масштабно, то будет много деталей. Mm-hmm. В нашем случае нужно скреплять всего лишь два предмета, чтобы не отвлекаться лишними деталями. Mm-hmm. Потому что, когда мы будем запоминать быстро, масштабно и такое количество деталей, очень быстро сложно будет нарисовать. Итак, роза, снег. Рюкзак. К чему крепим рюкзак? Снегу. Хорошо, к снегу. И последний диск. Теперь давайте попробуем воспроизвести письменно ту последовательность слов, которую мы сейчас выучили. Первое слово все помнят? Да. Какое было первое слово? Угу. Хорошо. А первое слово просто обычно забывается. Если, да, чтобы запомнить первое слово, его желательно крепить на какой-то предмет перед собой. Скажем, вот в метре тоже можно от себя, либо на ноутбук, что-то рядом, либо на свои часы, либо на кулончик, чтобы потом могла посмотреть на этот предмет, и первое слово сразу вспомнилось. А по первому слову, так дальше цепочка, все остальные слова. Все написали, кто хочет продиктовать? Угу. Мыло. Телефон, сок, горло, бровь, самолет, роза, снег, рюкзак, диск. Угу. Ну там аэропорт был, в принципе. Да. Аэропорт. Ну, пока это допустимо. Точно. А можно попросить тебя еще раз назвать все слова, но с конца. Не посматривай на слова, переверни. Листик. Диск, рюкзак, снег, роза, аэропорт, брови, горло, сок, телефон, мыло. Легко? Да. У всех получается? Да, обратите внимание, зубрежка это невозможно будет сделать. Зубрежка работает только с начала до конца, с конца до начала не работает. Тем способом, который мы с вами вам учим, он работает с середины до конца, с конца до середины, в любой последовательности, в любом направлении. Еще это очень вредная штука, вы так можете научиться врать. Если вы помните фильм «Обмани меня», там один из способов проверить, врет человек или нет, был сказать все, что он сказал, только задом наперед, последовательность событий. Обычно, если человек не пережил их, то сказать этого невозможно. Так вот, вы уже умеете хорошо визуализировать, поэтому перед тем, как соврать, просто представьте себе это все в деталях, и вы скажете это в любой последовательности. Итак, сейчас мы попробуем сделать то же самое, только быстрее и сами. Готовы? Такси. Первое слово перед собой ставим. На ручку. Чтобы не забылось. Крепим на ручку первое слово, и дальше все остальные. Так, такси. Ничего не пишем. Гора. Горшок. Бумага. Семечки. Негр. Шуба. Паштет. Лошадь и кастрюля. Попробуйте написать. 10. Отлично. Кого 9?
Просто еще не дописали. Попробуйте сейчас вспомнить предыдущие 10 слов. Они могут тоже сейчас вспомниться. Вы сейчас запомнили 10 слов с одного запоминания и на слух. То есть, в отличие от того, как мы запоминали первый раз на тесте, да, то есть у вас была возможность смотреть, у вас было аж целых 2 минуты, и вы на них смотрели столько, сколько хотели. Сейчас вы запомнили оба раза по 10 слов с одного прослушивания. И без повторения, и без повторения. Что очень важно. Это упражнение называется «С однократного восприятия». То есть вы запомнили с однократного восприятия 10 слов. А как долго оно будет? Оно будет держаться примерно около суток. Если через сутки ты их еще повторишь, будет держаться около недели. Если через неделю повторишь, около месяца. Любая информация в школе, в институте, которую вы учите, она держится примерно около суток. Если вы услышали информацию только один раз, то мозг считает эту информацию потенциально ненужной и забывает ее. Поэтому пословицу помните, повторение – мать учения, да? Всю информацию нужно повторять, и желательно в тот день, когда вы ее изучили. То есть человек запоминает не тогда, когда зазубривает, а тогда, когда вспоминает, когда он в мозге возобновляет информацию. Угу. Тем самым он дает сигнал о том, что информация нам еще пока нужна, и затирать ее пока не нужно. И тогда она сохраняется надолго. А как вы думаете, хорошо было бы запоминать все с первого раза и на всю жизнь? Вот представьте, что вы помнили бы все, что вы делали, что все, что вы знали. Классно было бы или нет? Да. Да? Нет. Ничего не. Ну, на самом деле в жизни бывают всякие разные события, иногда некоторые даже не хочется выбирать. Угу. Вот представьте, поссорилась с подружкой, но не очень злая, и проходит год, и у тебя осталось то же самое состояние, потому что напомнится. Хотя подружка уже стала давно хорошая. Это было плохо. Чего-нибудь тебе приготовила или подарила, а... Как это говорят, ложки нашли, а впечатление осталось. Ну да. Или порезалась, больно, чувствуется боль. Через неделю будет та же самая боль, если память будет... Увидишь шрамы. Да. Поэтому есть способы как запоминать, так и забывать. Это тоже очень иногда может быть полезно. Да, и память – это не только запоминание. Большинство людей думают, что память – это запоминание. Память – это три составляющие. Память – это запоминание, сохранение и воспроизведение информации. Так мы вас будем учить и первому, и второму, и третьему. Ну, вас, это те, кто останется дальше заниматься с нами. Кстати, на следующей неделе будет довольно интересный семинар у нас, тоже бесплатный для новичков. Об этом будет объявлено в группе ВКонтакте. Можете зайти посмотреть. Семинар называется «Техника эффективного освоения иностранных слов». На этом занятии каждый из вас научится запоминать иностранные слова эффективно, с переводом в долговременную память. И на занятии каждый из вас запомнит 30 иностранных слов. На примере итальянского языка. Мы разберем стандартные ошибки при запоминании, разберем, почему после школы обычно ученики не знают языка иностранного, а некоторые даже после института. Разберем стандартные ошибки, разберем методику запоминания, и каждый из вас по окончании занятия будет знать 30, не менее 30 иностранных слов. Группа называется «Школа Эйнштейна». Это центр развития памяти «Школа Эйнштейна». Или MEM.in.ua – это сайт, там есть ссылка. Давайте на напишем. Можно? Еще... Сегодня тем, кто хочет, мы дадим домашнее задание. Вы пройдете еще тест, его можно скачать у нас на сайте. Там будет два теста. Один это на память. Вот, MEM.in.ua, да. Один тест будет, это продолжение того теста, который мы писали с вами в начале занятия. А второй тест, тест на самом деле очень интересный, тест взят из школы подготовки спецслужб. Тест на хорошую память. Один из тестов, который дается будущим разведчикам. То есть там дается задание, которое нужно запомнить с одного, там максимум с двух прочтений. Вот, попробуйте, пройдите. Еще есть вопросы по запоминанию, по занятию, по пожеланиям? Как вы считаете, улучшилась немножко ваша память сегодня? Легче вам стало запоминать? По крайней мере, что касается слов. Скорее всего, научились запоминать. Да, научились. Да. То есть память у вас сегодня стала та же самая, которая была, но мы с вами просто выучили методику запоминания. Нет вариантов, что мы просто более сконцентрировались к концу занятия именно на этой теме, а тогда вначале мы только пришли. Мы память, да. Память мы улучшаем в двух направлениях. Направление первое – это улучшение естественной памяти, то есть цепкости вашей памяти. А второе направление – это изучение техник запоминания. Вот сегодня с вами мы изучили технику запоминания слов. Но эту технику, если вы ее хорошо освоите, можно перенести на абсолютно любую информацию.
Техник на самом деле очень большое-большое множество, и каждая из них помогает, является так своеобразным секретом для многих ситуаций в жизни. Сейчас, секунду. Вот, обучаясь и периодически запоминая, вы развиваете при этом свою естественную память. То есть даже без этих техник вы будете запоминать уже лучше. И плюс, самое главное, улучшается концентрация внимания, что немаловажно. То есть именно то, о чем мы говорили, мы можем концентрироваться именно на тех вещах, которые нам необходимы в данный момент, и не отвлекаться на что-то лишнее. Таким образом, мы становимся более продуктивными. Это тоже немаловажно. Вы сегодня убедились, что вполне реально выучили. Сегодня вы выучили, по-моему, там 100, слов 100, наверное. Да, сегодня вы запомнили более 100 слов, кстати, в определенном порядке. И эти слова вы можете поэкспериментировать, дома все вспомнятся, ну, по крайней мере, большинство. Если вы еще раз на них посмотрите, будете вспоминать те, которые не вспомните, еще раз посмотрите, вы спокойно их все будете воспроизводить в той последовательности. Я бы советовал не повторять, потому что они прицепятся и будут помнить вам всю жизнь. Зачем это нужно? Можно даже попробовать вспомнить картинки на телевидении, на телевизоре, который мы видели. Да, ну то есть у вас будет время, после занятия вы вполне сможете обсудить, попробовать восстановить в памяти. Как раз это хорошо развивает память. Еще есть один такой хороший секрет, но так как бонус напоследок дадим. Как развить хорошую память? Это вспоминать. Помните, мы говорили, человек когда вспоминает, тогда он развивает свою память. А есть один из секретов, это вспоминать сегодняшний день. То есть вечером, придя домой, ну хотя бы там за полчаса до сна, чтобы сильно не возбудиться и не помешать сну, можно вспомнить такой же цепочкой последовательность событий, которые произошли в этот день. Желательно максимально детально, насколько это возможно, от начала и до конца. Это можно делать целую неделю. То есть каждый день вспоминать, что произошло сегодня. Если понравится, на следующей неделе можно сделать то же самое, но вспоминать не что было сегодня, а что было вчера. Это немножко сложнее, но за неделю вспоминаний ваша память явно станет уже лучше. Еще через неделю можете вспоминать, что было позавчера. И так можно дойти просто до колоссальных результатов, развив свою естественную память, практически ничего не делая, просто ложась спать и о чем-нибудь там подумал. Очень приятно думать о себе, как правило. Так, ну что, на сегодня все. Если у кого-то есть вопросы в индивидуальном порядке, занятия заканчиваем сегодня. Все молодцы, хорошо поработали. Все, всем спасибо. Вам спасибо. Спасибо. Да, если есть вопросы, потом можете подходить. Спасибо.